Точность и красота выполнения элементов, слаженность командных действий для самых юных жителей Химок – не главное. А вот заряд бодрости и отличного настроения для малышей, а также их родителей – вот ради чего в парке Дубки собрались десятки ребят и взрослых. Для них основы черлидинга рассказывала и показывала руководитель школы спортивного танца «Надежда» Светлана Вострикова. Лучший город на земле – это город Дорог. Слабо, пока слабо, еще разок. За целый час упражнений дети успели выплеснуть энергии на несколько дней вперед, а родители сбросить сотню лишних килокалорий. Самое приятное, организаторы акции оставили напоследок. Каждому участнику спортивного вечера вручили памятные медали и мягкие игрушки с конфетами. Нажимаем на танцевать! Подписывайтесь на наш канал ГЕР. Мне нравится вот и приходите на мероприятие, мы все будем рады вас видеть. Всем до свидания, до новых встреч. Все было супер. Химки, это круто. Организовали спортивную акцию сторонники партии «Единая Россия» и предприниматели Химок для медиков и волонтеров, чья работа и помощь в условиях режима ограничений из-за пандемии коронавируса была на вес золота. И направлено оно в первую очередь на то, чтобы мы все с вами смогли выразить благодарность и сказать огромное спасибо всем тем, кто в период пандемии не боялся и смог оказать помощь нуждающимся. Мы говорим сегодня спасибо всем тем, кто нам всем помогал. Действительно, после таких тяжелых испытаний, которые вот пришлось пережить всему миру, хотелось сделать детям что-то очень приятное. И поэтому я очень рада, что получилось провести такую акцию и подарить от клуба деловых женщин, от предпринимателей, женщин городского округа Химки подарки. Напомним, что в период пандемии в Химках работали сотни добровольцев, которые доставляли химчанам товары первой необходимости. За 3 месяца они обработали около 2500 заявок.